Привет, Настюш! Мы сняли прекрасный дом на несколько дней. Хозяин сказал, что здесь очень много игрушек разбросано по саду. Вон тоже что-то видишь? Нам нужно все их найти и поиграть, правда? Это, наверное, горка? Давай найдем все и соберем, да? Побежали скорее, посмотрим, так интересно. Что это, как ты думаешь? Опять горка, наверное. Вот там, вот там. Где? О, какая телега красивая, да, и тут, а тут какие-то игрушки. О, а вон я еще что-то вижу, Настюш, под деревом. Скорее. Паровозик Томас. К нему наверняка есть железная дорога, надо ее отыскать. Видишь что-нибудь? Да. Показывай. А вот и железная дорога. Там какой-то домик. Там какой-то домик. Заглянем? Тихо-тихо, да? О, что-то розовое. Идем найдем какой-нибудь инструмент, чтобы собрать все наши игрушки. Открыто? Что там? Ух ты, кто это? О, он живой! Настя, побежали! Тебе страшно? Что он там делает? Он овал. О, так он же собрал. Он хороший. Кажется, он успокоился. Пошли посмотрим. Пойдем. Ой, там давай не будем трогать его. Да, лучше посмотрим игрушку, которую он собрал. О, там даже пупсик есть. О, это набор, его можно там и купать, и кормить, и даже спать укладывать. Настя, о, берегись! Скорей, скорей! О, скажи ему, чтобы это починил. Чини! Да, собирай! Ключ у нас веселый! Опять! Смотреть! О, и паровозик он нам собрал! Вот молодец! Ну, бегаем, убегаем! Скорее, скорее! Чини, чини ключ, собирай наши игрушки. Ах, какой молодец, да? Он опять собрал? О, готово. Смотри, опять замер. Какие интересные игрушки. Что там такое, Настюш? Собачка. Ой, Настюш, убегай скорее, убегай. Это собирай, это собирай. Молодец, ключ, молодец. Настя, смотри, какую качельку с горкой он собрал. Ой, ключ убегает. Куда он, интересно, попрыгал? Ну, пусть идет. Пошли возьмем пупсика. Он же там один остался у нас. Ой, маленький, какой хороший. Прокатим его на паровозике. Его даже можно посадить в вагон. Садись, прокатим его. Настюшка, а как же там ключ? Может быть, сходим найдем его? Да. Он побежал за ту елку. Пойдем поищем его? Да. Пошли, может быть, он там? Вот он! Где? О, да он там что-то строит. Он зовет тебя, Настюш. Может быть, он все-таки хороший и хочет поиграть с тобой? Ключ, ты хороший? Да, он хороший, он просто очень любит строить. Ну вот, какой у Насти появился новый необычный друг. Ставьте лайки, друзья, и подписывайтесь на канал. Всем пока! Ну и опять будем строить. Поцелуйчики.